Зимний вечер в Гаграх начался. Гостиница полупустая, но крутая. Это вид из номера. Снимаю, пока не потемнело. Вообще красотища. Номер маленький, но все равно очень довольно-таки приятно. Там внизу какая-то столовая, где мы завтра позавтракаем. Всего заплатили 1800 рублей за номер через Booking. Так что вот так вот. Ну, так своеобразно, конечно. Ну, какая-то тут дорожка есть. Сейчас по ней пойдем гулять. Вот. А если номер? Можно номер посмотреть. Открой номер. Покажем. Вот номер маленький, с телефончиком, с кондеем, с телевизором, с российскими каналами. Такой небольшой, но на одну ночь можно, довольно-таки очень приятно приехать и уехать. О, ванная такая здесь. Вот. Так, тут вроде как, да, номер трактуется как четверка. Ну, в принципе, а что? С Псова мы доехали за 100 рублей, а из Хосты решили себя побаловать. Заехали, за 600 рублей доехали. Ну и все, без проблем. И в течение часа мы уже здесь. Границу прошли элементарно. Так что всем советую. Ну, еще можно что показать? Коридор. И оттуда вид еще. Вот такой вот коридор здесь. Угу. Номера. Так, ну это, в принципе, тоже интересно. И общий выход на этаж. Он, наверное, закрыт. Ну да, чтобы никто не попадал вниз. Вот такой вид красивый. С вами был я, Станислав.